Троеборцы соревновались в трех дисциплинах. Метание гири весом 16 килограмм в длину, приседание с грузом весом 64 килограмма и перемещение автомобиля на дистанцию 20 метров. Здесь лучшие результаты показали Владимир Коняев из поселка Виноградный и Денис Ведехин из Джигинки. Дояры также соревновались по программе «Троеборья» – бег на 300 и 500 метров, разборка и сборка доильного аппарата и силовая гимнастика. Среди мужчин здесь лучшим оказался Сергей Михно из Первомайского сельского округа. Среди женщин – Татьяна Медовник, поселок Виноградный. Сельские игры на территории муниципалитета проходили с февраля этого года и включали в себя 7 видов. По итогам турнира самыми спортивными сельскими округами в этом году стали Первомайский сельский округ, у него третье место, серебряный призер Джигинский сельский округ и первое место у Виноградного сельского округа. По итогам всех муниципальных соревнований были сформированы сборные команды для участия в финальных состязаниях Краснодарского края. Заключительный финальный этап игр пройдет с 23 по 24 июня в Крымске.